Ой, в кого они такие лоботрясы? Ну, ведь сказать-то ничего нельзя. Тут тунеядцы. Угу. Я помню, одна телогрейка. Да ты что? Во разоряется-то. Мой дед в лаптях. Мой дед в лаптях пришел на завод. Ха, конфет не видели. Конфет в глаза не видели. И это наши дети, а? Подумать, и то противно. Нет, это не наши дети. Какого рожна им не хватает? Ведь сыты? Обуты. Ну, велосипеды у каждого. А все, отдувайся, за них выкручивайся. Ух, Невин, куда это вас ведут? Слонов водят. Нас ведут есть мороженое с орехами и шоколадом. Где это такое? Ха, у моего бати начальник мороженого друг. Точно, они вместе с его отцом учились. Ребята, возьмите меня с собой. Я тащусь на него. Мороженое надо заработать, товарищ. Знаешь что, Брянья, ты пока подожди нас здесь, а мы насчет тебя должны договориться. Отдайте рубль! Рубль отдайте! Отдайте рубль! Стойте! А! Отдайте рубль! Они у меня рубль на мороженое выманили! Не надо мне вашего мороженого! Уголовник! Рубль отдайте! Пусть они мне рубль отдадут! А ну-ка немедленно верните мальчику деньги! Я тебя в школу для дураков отправлю! Все, хватит! Надоело! Да не брали мы! Вон его рубль валяется! Сам потерял? Еще лезет? Ужас, какой прохиндей может вырасти вот из такого! А ну-ка, иди сюда! Шпана! Можно? А, наконец-то. Заходите. Вы извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вы вызывали нас? Да. Наверное, на бедокурили чего-нибудь наше. Да ничего, мы постоим. Да ничего, мы постоим, бары небольшие бары. Садитесь. Вы не волнуйтесь. Садитесь. Кухтин? Кухтин. Николай Иванович. Володя. Ёлков Володя. А мой папа замдиректор библиотеки. А мой на доске почета висит. На заводе работает. Замолчи, ну, встань прямо. Как ты себя ведешь? Что ты себе позволяешь? Ты в классе находишься. Руку вынес из кармана, ну. Они рассказали, зачем я вас вызвала? Придираются, говорят. Неправда. Мы плохое сочинение написали, а не то, что к нам Лена Романовна придирается. Мы честно написали, что думали. А другие приспосабливались. А вот на других давай валить не будем. Да. Давай на себя оглянемся. Mm. Никак не могу привыкнуть. Уже больше месяца живу в вашем городе, а как только люди раскрывают рот, у меня просто пила начинает в ушах пилить. Да какой это город? Большая деревня и все. Ну неужели вы сами не слышите? Да ничего мы здесь не слышим. Живем так, небо коптим. А? Мелодика речи местного населения — это просто какофония. Диалектизмы, славянизмы, архаизмы, говор, провинциализмы. Грубое просторечие. Ужас. Ну уж вот я на юге был, там вообще ни черта не разберешь. Хэкают. Пожалуйста, ни черта не разберешь. Но неужели трудно сказать? Ничего не поймешь. Трудно понять. Вот вы работаете в библиотеке, да? Да. Зам начальника ПАХО. Административно-хозяйственный отдел. Понятно. В общем, ваши дети очень плохо разговаривают. Но я вас пригласила не за этим. Хорошее название — Кукуевка. Легко запомнить и веселое. Когда скажут «я кукуевский», то не лезут драться, потому что у нас самые лихие ребята. А если все начать переиначивать, то люди совсем запутаются, где ихнее место. Заметьте, ихнее. Вперед надо прикинуть, сколько денег уйдет на новые таблички на каждый дом. Одна девочка хотела переделать себя, и заняла нету. Ее стали звать Нюрочка, Дурочка, Спереулочка. Теперь вы понимаете? Да! Ну, конечно, как же. Это еще не все. Прошлым летом мы собирали картошку в селе Кресты. Мне очень нравится это название.
Там живут добрые люди. Нас все время угощали молоком и хлебом. Кресты. Да! По инициативе городских властей была задана тема. Новые названия улиц и поселков. Замечательная инициатива. И вот сейчас над этим работает вся школа. Ведь посмотрите на карту вашего города, района. Убожество. Кресты. Деревня. Красный Кут. Поселок. Еще какая-то Китайка. Кукуевка. Улица. Улица Сольская. А сейчас какое время? Перестройка. Правильно. Это должно найти свое отражение в названиях мест, где мы живем. Придумавшим лучшее название будет вручен приз. Каждый ученик может стать автором названия улицы, деревни, получить приз и прославиться. Каждый. Только не эти двое. Ты приз не хочешь? Какую? Приз. Ну, например, хрустальную вазу. А нафиг она? Да что же это что такое, ты сказал? А? Что ты сказал? Ты как с педагогом разговариваешь? Хочу получить приз. Хочешь? Хочу. Так, а ты? Хочу. Что? Хрустальную вазу. Нет, за что? За это. Громче. Я хочу получить приз за лучшее название улицы. Не надо кричать. Хорошие дети придумали много чудных названий. Улица Дивная, энтузиастов, жертв революции, светлого будущего, счастливого детства. А эти Кукуевка кресты, убогость, серость. На месте вашей Кукуевки будут построены высотные дома с холодной горячей водой, с канализацией. Дом быта, фонтан. Памятник уже есть в перспективе, а вы не хотите. Мы не хотим? Да что ж, мы валенки, что ли? Дети, это обезьяны. Они копируют вас, понимаете? Ваши разговоры, ваши идеи, ваши мечты. Да ни в коем случае! Мы правильно думаем и мечтаем. Да нет, это вот они нас неправильно понимают. Да мы их научим свободу любить. Да уж будьте они довольны. У нас мечтают, как положено. Да. Вы не волнуйтесь. Да. Надеюсь встретиться с вами в другой обстановке. Когда Виталию Всеволоду будут вручены призы за лучшее название улицы. Скажите, а что, какая-то новая установка? В Москве вроде к старым названиям поворот. Когда вы будете Москвой, когда у вас будут Красные Ворота, Остоженка, Бронная, тогда поговорим. Значит так, каждый день по часу читать русскую классику и о русском языке. Последить лично. Слово образование разговорной речи ярко обнаруживаются ее особенности, составляющие характерные черты, а именно тесная связь с конституацией и опора на общность о перцепционной базы. Эти особенности приводят к тому, что в разговорной речи гораздо активнее, чем в литературном языке, сфера неузуального словообразования. В разговорной речи роль неузуального словообразования принципиальна иная, чем в кодированном литературном языке. Она является полноправным и очень важным членом акта коммуникации. В разговорной речи континуация вплавляется в речь. Многие элементы коммуникации не имеют вербального выражения, так как они даны в континуации. Роль континуации обнаруживается на всех участках системы разговорной речи и оказывает влияние на строение и характер семантики единиц разных ярусов разговорной речи. А, малый заявился. Где ж ты шастал, горе луковое? Живот поди к спине. Мам, ну что вы такое говорите? А что такое? Ну как что, мам? Вот все ваше влияние. Из-за вас он такой малограмотный. А что же я сказала? Ну нельзя же, ну малый, шастал, живот в спине. А как? Ну как, ну дорогой внук, ты уже пришел. Тебе время поесть. Дожили, уже и по-русски говорить не умеет. Папаня тоже не очень-то по-русски. Ну? Ни черта не разберешь. Ну ладно, хватит. Я, между прочим, школу закончил. Да, и когда надо, знаю, где, как и что говорить. Да что ж случилось-то, господи? Мам, ну нельзя, господи, нельзя же, ну. Не ори на мою мать. Я бы тебе еще раз говорила. Мам, ну вот, ну вечно из-за вас всегда. А ты объясни мне, почему у всех дети, как дети, на олимпиадах выступают? А ты такой дурак уродился.
Да, пора, значит, домой налаживаться. И лают, и бьют, и плакать не дают. Что ты, бабушка, и не думай. Это не из-за тебя, из-за русского языка. Что, какой-нибудь указ вышел? Может, и вышел. Просторечие им не нравится. Господи, ой, не бойся креста, а бойся перста. А что значит, не бойся креста? Тихо, иди руки мой, чучело. Ну, бабушка. Ну, старинная, некультурная. Ну? Ну, гну. Не бойся перекрестка, бойся колотушки. Крест это перепутье, перекресток. Точно? Ну, куда ж точнее. Перепутье оно и есть. Зря мы улезли с нашей кукуевкой. Мы живем на ней. Пусть так, только я для нее придумал название. Русским не буду заниматься. Я очень не люблю, когда люди предают. Да мне вчера Папаня чуть ухо не отодрал. Тебе вот так. Катись, там тебе Лена приз приготовила. Вали! Каким названием нас порадует Ёлохов? Улица Радости. Близко. Улица Радости. Это уже что-то. Это уже... Собачья радость. Стань, плохотнюк! Вынесла отсюда неплохо. Нельзя твоя фамилия, слово плохо. А ты, Кухтин, смеешься, потому что придумал хорошее название для своей кукуевки? Нет, я придумал название для деревни Кресты. Интересно. Ну что ж, послушаем. Перекресток. Ну а почему не стол, не стул? Или еще лучше? Телеграфный столб. Стол, стул и телеграфный столб не подходит, потому что деревня Кресты названа не из-за религии, а потому что означает перекресток. А ты откуда у тебя такие сведения? Бабушка сказала. Бабушка, как известно, надвое говорит, Кухтин. А где твой друг? Друг твой, спрашиваю, где? Он мне больше не друг. У него теперь другие друзья. Не вы сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь. Тебе обзываться. Давай помиримся. Что нам из-за этой кукуевки дружбу терять? Я приветствую тебя, Жюль Верн. Я косматый иней на деревьях. Хорошо. Хорошо. Тебе срочно надо на свежий воздух. Кухня иней. Слушай, да пьем ты на этот язык. Дорой дороже всего. Да не сумасшедшая, Винт. Просто твоя фамилия. Ёлохов. От дерева ольха. А по-французски ольха – это Верн. На, смотри. Значит, ты теперь однофамилия Жюль Верна. Понял? Я Жюль Верн! Я Жюль Верн! Ну да! Жюль Верн я! А я, Кухта, косматый иней на деревьях. Раньше у нас было все, как у индейцев. А потом кто-то все это запретил, стали мы. Кухтины, Сидоровы.
Ивановы, Ивановы. Понял? Угу. Да тихо вы! Логинов, это значит долгий, длинный. А что Ксения обозначает? Посмотри, Ксения! Время! Время! Работа приезжает! Смотри! Посмотри Мурова! Мурова посмотри! Ксения иностранка! Муров, каменная стена! За меня же посмотри! Какой-нибудь или каменная стена. Брянзя, ты и есть Брянзя. Брянь, брянь. А Димка трусом не хочет идти. Он ничего не хочет знать. Плюнь тому в глаза, кто тебя называет трусом. Это либо неграмотный, или не русский. Потому что трус означает землетрясение, а не трус, который от страха дрожит. Ты, Димка, потрясающий землю. На, смотри. Землетрясение. Так, пойдем, кухня, пойдем. А ну посмотри Бестужеву. А что ее смотреть? Бестужеву, значит, не боится стужи. Нет, ты посмотри. Без стужи. Бесстыжая. Где? Знаешь что, Элла? Дело в том, что русский язык не такая простая штука. Не надо, кухня. Зря человека бесстыжим не назовут. Извинись. Извинись немедленно. Это не он, это Дай. Да, так у Дали написано. Вот. Молчи, умник. Слово по-человечески сказать не могут, а туда же еще, Даль. Извинись. Пожалуйста, только тогда вы должны извиниться перед Плохотнюком, так как его фамилия не от слова «плохо», как вы сказали в прошлый раз, а от слова «плаха», то есть «палач». Так у Дали написано. Даль, знаменитый ученый. Ну и что означает ваша любимая кукуевка? Кукуевку я не нашел. Даже у Дали нет. Зато кресты есть. Это действительно перекресток или перепутье, а по-старорусскому – расстание. А Кукуевку я еще поищу. Тебе что, нравится жить на Кукуевке? Да. И кресты нравятся? Да. Садись, Кухтин! И чтоб я твоего голоса больше не слышала! Завтра принесешь название или не приходи на урок. Все! Где ты видел нормального человека, который хотел бы жить в крестах? На Кукуевке, на кладбище. Видел? Видел. Где видел? Везде. Где везде? Покажи мне этих идиотов. Есть такие? Нет. Есть. И не пререкайся с учителем. Не все такие тупые, как ты, понимаешь? Дети, вы бы хотели жить в крестах? Нет! А в развалинах? На грязной улице с сараями, туалетами. Нет! А кто хотел бы жить в теплых домах? С горячей водой, с ванной, с канализацией? Поднимите руки. А тебя, Вася, я вообще не могу понять. Неужели тебе лучше быть палачом, чем просто плохо? Как ты считаешь? Я считаю. Я считаю, что я ему морду набью после уроков. Thank you.
русский язык скучный. Да, веселее нет предмета. До крестов далеко? Хана крестам, ребята. Были кресты, стали вон. Новый быт. Как это? Ведь кресты это значит перекресток, перепутье. А при чем здесь новый быт? Это мы свое отжили в крестах, а вам в новом быте жить. Ляпнул кто-то с дуру кресты, а нам расхлебывают. Да вот деревня. Вон, вон китайка. А китайцев там сроду никогда не было. Так просто не бывает. Значит, история какая-то была. Да кому она нужна, эта история? Без нее хлопот полон рот. Картошку убирать некому, а не перепутье, перекрестки. Дураки, предатели. Зеленой крыши. Они, наверное, с Атарман голыми пришли и остались. Здорово, китайцы! Да тише ты! Напугаешь, они еще маленькие, не понимают. Китайцы не живут. Как же? А это? А это казахи недавно приехали. А мальчишки их кличут китайцами. А почему же тогда село Китайки названо? А зачем вам? А мы любители русского языка. А, иди-ка сюда. Это другое дело. Жилы в крестах. Князь. Это в тех крестах, которые сейчас Новый быт называется? Ну да. Раньше там река текла. Чаганка. Большая река. Сейчас так и ручеек. На реке кончался и водный путь. И начинался сухопутный. Перекресток. Такой крест, значит. Дело было еще под татарами. Они с князя дань брали. Князь исправно давал. Татарам показалось мало. Решили все чехам взять. Сразу же прислали свою рать. Князь тоже собрал дружину. Началась сеча. Князя разбили. Дал он тягу со своим верным дружинником и богатой казной. Татари вдогон. Кидайка кричат. Кидайка. Догнали их. А казны нету. Те сказали, что, услышав кидайка, они казну бросили. А место не помнят. Темно, говорят, было. Пытали их, пытали. Несколько мест показали. Но казны не нашли. Так и замучили дружинника. А князь израненный, говорят, исчез. Прямо на глазах. Раз и нету. Думается мне, знали они, конечно, место. Но не сказали.
Вот и пошла наша китайка. Здесь они казну бросили. Здесь. Да ладно лапшу-то на уши вешать. Какую лапшу? Он говорит, ну, сомневается. Может, это ля-ля, легенда, но враки. Я враки не люблю. И ля-ля тоже лапшу. Петр! 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 Ну чего? Чего копаешь-то? Погреб копаю! Овощи градить негде! Ты же в прошлом годе копал! Только где-то там, у сарая совсем! И в позолентыч копал! Тоже! Да участок у меня такой! Копаю вода, копаю вода! Воды у меня под землею близко! Никак места найти не могу! Ну копай, копай! Можете... До сухого места докопаешься? Копай, копай! Врет все про воду-то. У него там взгорок, колодец 10 метров. Это он все клад хочет выкопать. Весь огород перепортил. Старый болван. Хотя, как знать... Чего тебе не спится-то? Важное дело. Футбол, что ли, гонять? В библиотеку. Так что там хорошего в библиотеке-то этой? Душно? Тебе бы сейчас по улице погулять надо, а? Не надо. Ну-ка, погоди. О, вот тебе рубль. Сходи с винтом погуляй. А библиотека-то она не убежит. Погоди, мало что ли? Вот еще. Ты что, хочешь, чтобы я говорил на простонародном языке? Да я хочу, чтобы ты был здоров. Зачем нам сумасшедший в доме? Стоять! Кругом! Вперед! Куда? В библиотеку. Это воскресенье-то! Только не надо мне тюльку гнать. Скажите, дядя Володя, вы на какой улице хотите жить? На улице Куковка или на улице Радости? А мне плевать. Мне все равно. Лишь бы квартира побольше. А то винт женится и станет совсем тесно. Дядя Володя, у него никого нет. Да ты посмотри на его лицо. Чего от него ждать хорошего? Уж пусть лучше женится, чем зарежет кого-нибудь. Все! Следующего лета сбегу из дома! О, ну вот, а ты говоришь, не женится. Дядя Володя, да при чем же здесь название улицы? Я вас спрашиваю, нравится вам жить на Кукуевке, а вы про женитьбу. Ну а если из-за этого вашего названия нас не переселят в высотный дом? Какой разговор идет? Либо название, либо канализация. А на черта мне это ваше название без канализации? Барабанна-бай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 . Деревня Мытная, а вот кресты. Точно! Смотри, еще рядом Китайка, река Чаганка. Все сходится. Я бы здесь закопал, у речки. Ага, что водой смыло? Нет, видно. Этот Петр правильно копал, на пригорке. Вот. Вот. Еще одна. Это очень старая книга. Понятно. И мы ее давно на руки не даем. Так что с ней осторожнее. Ладно, спасибо. Город Прилуки. Так, река Янга. В поисках княжьего клада. Сидел на крестах князь Удача Андреевич. Время настало. И время настало задание отдавать. А заданию пришло великое полчище. Чтобы все забрать великое и малое. И быть велика. Биться при крестах. А, при крестах. Давай дальше. Я же говорил.
живут. Вот, посмотрите. Как? Не может быть. Ой. Выдавалось 25 лет назад и позапрошлом году. Кому? Кому-кому. Касторьев Генрих Степанович. Улица Пнёва, 15, квартира 9. И Жильников Виктор Петрович, улица Комсомольская, 104. Мальчик, это Комсомольская, 104. Ну и чё? Нам Шильников нужен. Ну и чё? Не чокай! Отвечай старшим, как положено! Подожди. Мальчик, ты мороженого хочешь? А рубль? Сейчас как дам я тебе по башке, свинья! Мальчик, мальчик, подожди! Нас твоему папе начальство послало. На работе он. А где он работает? В гастрономе. Чё? Мы любители русского языка. Ну и чё? Понимаете, вы брали в библиотеке книжицу, а мы случайно никогда нашли... я не брал. Не брал. В библиотеке. Сань! Сань! Чё? Чё? Кто сейчас этих пацанов пустил? Они тут конфеты воруют. Подержите-ка. Спасибо. Ну и чё? А ничего, поедем к этому, к Асторию. А которая Шильниковская-то? Винт, а Шильников никогда не признается, что он странички вырвал. Почему? Да он же клад нашел. Да ну. Да погляди, какая машина, а дом? Там можно детский сад открыть. Мальчишка, плюгавый, а уже в джинсах. Джинсы ползарплаты стоят. А может, он много получает? Ну сколько? 350. А знаешь, сколько Волга стоит? Нет. Дяденька! Сколько стоит Волга?
Что? Какая Волга? Почему вы меня спрашиваете? Интересуемся. Не знаю я никакой Волги. Псих, что ли? Больной, наверное. Пацанва! Вы давно тут стоите? А мы и не уходили никуда. А, это вы? А здесь такого человечка не было? Плаща. С чемоданчиком. Был. Куда делся? Ходил, ходил. А потом раз, и куда-то делся. Куда? А вы что тут делаете? Играем. Если придет, скажите, что я его жду. Вы не думайте, мы к вам не из-за того, что вы странички вырвали из книги. Мы просто интересуемся русским языком. Да не брал я никакой книжки в библиотеке. Никогда. И не знаю, где он находится. А если мы документ принесем? Принесете, поговорим. А ща брысь. Дело. Мы любители русского языка. О, это очень интересно. Я ведь все знаю про русский язык, хотя вот преподаю музыку. Заходите. Инга, девочка моя, заходи. Садитесь. Я буду говорить про русский язык. Инга, садись, тебе тоже это будет полезно. Русского языка нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Солдат, революция, радио, телевизор. Это ведь не русские слова. Вот матершина, хамство всякое. Кстати, хам – это тоже не русское слово. Но хамство – явление типично русское.
Того чего? Вот это по-русски. Далее. Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно. Ведь были татары, были варяги, мордва, черемисы, и получился компот, коктейль. Кстати, компот и коктейль тоже не русские слова. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана-дурака? Нет, вы представьте, целый народ придумывает в герои дурака. А музыка? Итальянская народная песня. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Это же тупость! Тупость? Нет, а вы говорите русский язык. Нет, у нас не ценят талант, у нас ничего не ценят, нет культуры. Вся моя надежда – это дети. Всю жизнь я отдал детям. Они напомнят о роде Касториевых. Ведь правда, Инга? Правда, папа. Девочка моя, я не жалею. Я ни о чем не жалею. Скажите, пожалуйста, вы брали в библиотеке книгу нашей древности? Да брал. Но это же все придумано. Все эти князья, они русские, они варяги. Инга, пригласи сюда детей, я хочу, чтобы они послушали. Я буду говорить о роде Касториевых. Это им поможет в жизни, пожалуйста. Я ведь думал, что в этой книге что-то будет написано о Касториевых. Ну, думаю, вдруг. Ну, ничего подобного. Будто Касториевых вообще не существовало. Ну, ничего. Ничего, слава богу, есть другие книги. Поумнее. Мальчик мой, садись, присаживайтесь. Фамилия наша, дети мои, была известна еще 1000 лет тому назад. Ну, скажем, появись я сейчас на улицах Рима и скажи, что я из рода Касториевых, ну, не знаю, любой прохожий. А у вас, подумаешь, Касториевы. Обязательно в ответ сморозят какую-нибудь мерзость. Касториев, кончай умничать. Прекрати сейчас же. Не прекращу. Я прошу тебя, прекрати сейчас же. Не прекращу. Выйдем, пожалуйста. Извините. Наша мама не понимает. Я расскажу вам дальше. Были такие древние герои, братья, Кастор и Полукс. Они вошли в историю как символ братской любви. Созвездие Близнецы названо в честь этих братьев. Касториев значит из рода Кастора. А меня Васька опять Касторкой дразнил. Да кто такой твой Васька? До какого момента ты дошла? Древний Рим, папа. Славно. Народ должен знать свою историю. Если он не знает своего прошлого, он умирает и превращается просто в население. В толпу. Я продолжаю. Итак, наш предок был приглашен в Россию. Много сил, ума и таланта было отдано Касториевыми. И что же? По российской расхлябанности и неблагодарности все забыто, все! Вот вы говорите, Петр Первый. Он то сделал, то придумал. Хорошо. А кто ему посоветовал? Этому Петру? И жалкого рода Романовых. Кто мы? Касториевы. А вы говорите, Россия. Русский язык. Русский язык.
Да. Наши предки тоже хороши. Не могли придумать героя, кроме Иванушки-дурачка. Да. А у Селисы премудрая. Между прочим, иностранный оловянный солдатик. Совсем уж небольшого ума. Или это дурище дерьмовочка? Чего хорошего? А чего ты и защищаешь-то? А князь молча на череп коня наступил. Был ли князь Олег, прибил щит на ворота Царьграда? Значит, ему этот Касторик насоветовал. Если сам Петр Первый не мог ни до чего додуматься, чего от твоего Олега ожидать? Да ладно тебе, кухня. И так ни в чем уверенности нет. То ли на пешку натронули, то ли порох хлопочет. То ли пустят на рыбалку, то ли дом торчать заставит. А тут еще кукуровку никуда не годится. И говорим непонятно по какому. И вообще, русских нигде нет. Интересно, вон сколько населения кругом. И что, еще непонятно, какой народ, да? Касторио, вычеркивай. Да. Займемся Шильниковым. Родственникам не так относится. Добро. Теперь он от нас не отвертится. Да, к такому, как Шильников, надо с документами приходить. Хорошо, сейчас позову. Держи. Сань! Сань! Ну чего? Ты Павлович позови, телефону. Понятых организуй. Дяденька, мы вам можем пригодиться. Мы тоже Шильниковым занимаемся. Вот как? Слушаю! Понимаете, мы поймали его над... Да-да! Высылайте, хорошо! Так что ты говоришь? Я говорю, мы поймали Шильникова на том, что он вырвал странички из книги. Ну, хорошо, мы ему это припомним. Да стойте же! Он же клад нашел! Откуда у него всего столько? Поняли? Понял. Вы из какого класса? Из 5-го Б. Вот, а Шильников профессор. Он клады не ищет, он мясо ворует. А вам что задали-то, любители русского языка? Придумать название для улицы Кукуевки. Ну, вот и придумывайте. Привет. Очень хорошо. Поможете нам? Проходите. Проходите, товарищи. Любят у нас русский язык Семакин, Бестужева. Ну, вставайте, кого я назвала. Вот еще Фуртичева. Вот. Вообще, я только второй месяц преподаю. Привет, любитель русского языка. А дружок твой где? Там. Вот уж он никакого отношения к русскому языку не имеет. А дружка его я просто на занятия даже не допускаю. Я сейчас вам их отметки покажу. Я его заберу. Портфелем? С вещами.
10. 5. Хорошо. И... О! Здорово! Здрасте! А я вас по всем школам 5-х Б ищу. По всему городу. Я же говорил, что мы можем пригодиться. Ну, ошибся. Ну, пошли, пошли. Вы погудеть можете, пожалуйста? Могу. А помигать? И помигать. А почему вы решили, что Шильников нашел клад? Вот в этой книге про клад князя Удачи Андреевича написано. А он странички вырвал. Вот. А может быть, другой человек взял и оторвал? Ха! А формуляр? Фантастика. Действительно его фамилия. А это кто? Касторьев. Гера Степанович. Пнёвая, 17, квартира 9. Ну, любитель русского языка. Касторьев невиновен. Он клада не искал. Это мы проверим. На Пнёвую. Генрих Степанович, дома? Касторьев. Касторьев. В чем дело? Договорился, Касторьев, договорился. Доносчики, опричники, я выражаю решительный протест. Папа, держись. Извините, вы эту книгу в библиотеке когда-нибудь брали? Брал, брал. Замечательная книга. Такие книги надо издавать миллионными тиражами. Уведи их. Мы совершенно не знаем нашей истории. Я вас спрашиваю, кто вручил нам одну шестую света под скромным названием Русь? Древние русичи, талантливейшее племя. Кто избавил Европу от нашествия? Кто подарил нам радио, паровоз? Самолет. Умница. Русские. Русские. Но об этом никто не знает. Об этом, видите ли, не принято говорить. Я прошу вас, пожалуйста. Пожалуйста. Дети, проходите. Мы вас предупреждали. Касторьев клад никакого отношения не имеет. Вообще-то он древний римлянин. Петру Первому советовал. Да? Да. Советчики. Куда едем? В отделение? Ваша подпись. Подпись ваша? Фамилия моя. Подпись не моя. Ну, проверим. А вот эти листки мы при вас же нашли во время обыска. Они вырезаны вот отсюда. Фу, правда. Как они к вам попали? Не знаю. Подбросили. Мамой клянусь, ни одной книжки после школы не прочел. Свидетелей могу привести. Вот мальчики говорят, что вы нашли клад. Это правда? Они дураки. Хулиганы. Но вы-то взрослый человек. Над вами же смеяться будут, гражданин начальник. Ничего, переживу. Это вам знакомо? Прабабкины. Я их на чердак побросал. Зачем? Ну, я же не считал, что они ценные. А теперь считайте. Да не разбираюсь я в этом. Только вы их не подмените случайно. Ваш племянник из Москвы, Владимир Владимирович, вам ничего не дарил? А как же, присылал переводы, посылки из-за границы. Археолог племянник. Многим мне обязан. Вот как? Жил у меня, кормился, пока мать его болела, я его учил. Говорят, за границей иконы дорого стоят. Не знаю, я там не был. А может и стоит, а?
Вообще племянник говорил, что это национальное достояние. Ну, так бы я их выбросил. А то вот храню. Может, когда в музей сдам. Ну и хорошо. Мы поможем. Не стоит. Не надо беспокоиться. Я сам управлюсь. Прошу вас. Ага. Да, выходит, он невиновен. Да кругом чисто. Кроме икон, ничего. Стойте! Кухня, помнишь этот материальчик? Это ему икону не бабушка дала. Это ему дал совсем другой человек. Я эту тряпку уже видел. А какой человек? Он дома в гостях у Шильникова был. Угу. Красную икру ел. И еще вот этот сверток из чемодана доставал. Да. Признать его сможете? Сможем! Товарищ, вы куда? Куда нельзя? Садитесь. Замолчите, без вас разберусь. Верните. Разберусь. Это просто безобразие. Я из-за вас руку сломал. Как? Вот так получил вашу поездку. Бегу на вокзал и бац, растянулся. Могли бы позже приехать. Как позже? Вы же не позвоните на работу. Мне за границу ехать, на раскопки, в Египет. Скажите, вы давно видели своего дядю? Ну, только что его милиционер куда-то повел. В камеру предварительного заключения повел. Простите, какое я отношение имею к дяде, который работает мясником, ради бога? А вы с ним поддерживаете связь? Нет, редко. Я поддерживал иногда, просто вот по праздникам звонили. О, кстати, он недавно звонил. А что хотел? Иконами интересовался. Но икона не моя специальность, я археолог. А что он спрашивал про иконы? Про иконы? Ну что, торгаш может спрашивать, сколько стоит? Может ли он приехать? Он кладов никогда не искал. Кладов? Нет, никогда. Где вы это нашли? При обыске. У вашего дяди в журнале. Да, я теперь понял, почему меня вызывали. Я заплачу штраф, или как там у вас называется. Я вам объясню. Дело в том, что я жил у дяди. И в библиотеку я пошел по его паспорту. И по его паспорту получил книгу. Вы искали клад? Да. И нашли? Нет. А что, товарищи ищут клад? Да. Китайка. И будь велика биться. Ой, как нехорошо получилось. Я заплачу. Вы считаете, что клада такого нет? Нет. Я не так бы сказал. В каждой местности существует своя легенда о кладах. Вполне возможно, что и легенда о кладе удачи Андреевича одна из таких. Что же вы искали, если это легенда? О, что я искал? Могу рассказать. Раньше была такая история про кладоискателя Северьяна. Он тоже искал княжеский клад. Искал. Ему это надоело, плюнул и стал заниматься гробокопательством. И над могилой очень богатого купца, основателя монастыря, стояла часовня. Северьян смекнул, что купцы зажиточные люди, и стал копать на этом месте. И нашел огромный золотой крест. Его сразу поймали и посадили. Но об этой истории услышал весь город. Все мальчишки ринулись копать, я тоже. Вы знаете, вполне возможно, что я стал археологом вот из-за этой истории. Когда это было? Это было лет 25 примерно назад. Посмотрите, пожалуйста, 60-го года в ограблениях могил. Человека по кличке Северьян не привлекался? Угу. Это нашли при обыске. Вот. У вашего дяди. О. Так. Вот это самое ценное. Греческого письма. Да. Угу. Сидите, ребята. Сидите. Эти иконы могли бы быть частью древнего клада? В принципе, да, но очень сомнительно. Товарищ капитан, очень. Есть. Северянин Илларион Петрович, по кличке Северьян. Ограбление могилы купца Самсонова в 63-м году. Сейчас проживает, Листая 12, квартира 44. Да уж второй день. Никто не видел его. Да, да. Он у меня рубль занял. Должен был вчера вечером отдать, а не отдал. А он всегда вовремя отдает. Он человек такой, он вовремя отдает. Честнейший человек. Может, заболел он? Открыть не может. Лежит, мучается. Охренчу. Ломай.
организуй кого-нибудь из соседей, Охримчук. А ну-ка, ребятки, пойдемте на кухню. Он нам поможет? Подождите меня здесь, ладно? Он не работает, он на пенсии живет по инвалидности. Одни ботинки 6 лет носит, представляете? Ну да. Иногда мы предлагаем ему кое-чего от себя. Отказывается, щепетильный мужик. Тяжело живет. Угу. Вот сюда, что? Не волнуйтесь. Ой, господи, как же это горе-то какое. Вы мертвецов боитесь? Чего ж хорошего? А кто самый храбрый? А можно мы вдвоем? Пойдемте. Ребятки, узнаете? Да. А зачем же он рубль-то занимал? Еще. В Бога верил. Значит, это он клад нашел. Да ничего он не нашел. И в Бога не верил. И кончиком был. Обманывал людей, вымогал у них. Продавал, перепродавал. А может, и просто крал. Значит, клада князя Удачи Андреевича нет, а? Ну почему же? Может, кому-то повезет. Скажите, пожалуйста, а сейчас везде меняют старые названия на новые или только у нас? Что за ерунда? Сейчас наоборот, в Москве убирают плохо придуманные названия и возвращают старые. А Кукуевка – это плохое название. Ой, что вы! Кукуевка – это гениальное название. Кукуй – один из старых русских языческих праздников. Праздник летнего солнцеворота. Его еще называли Иванов травник, Иван Купалы. В ночь под Ивана Купала всегда распускался божественный цветок папоротника, цветок бога славян Перуна, и показывал людям, где находятся клады. Вот такое отношение у нас к культуре. Под носом разворовывать национальное достояние, иконы, переименовывать улицы. Товарищ капитан, скажите, что правда ребята насчет улицы сказали? Вы что, здесь совсем с ума посходили? А вы в Египет на раскопки едете? Да, мы едем. А при чем здесь Египет? Вот и копайте себе на здоровье. Глядишь, арабские ребятишки лучше свою историю будут знать. А наши, наверное, и язык свой русский забудут. Почему эти ребята смогли помочь милиции в разоблачении расхитителей народной собственности? Потому что они любят и знают русский язык. Принципиальность, бдительность, нетерпимость к недостаткам, зоркость взгляда от углубленного знания языка присущи этим ребятам. Именно страсть к родному языку помогла им в разгадке преступления. А кто привил им эту страсть? Это ошибка. Учитель Лина Романовна Большакова. Побольше таких учителей городская милиция решила наградить Илину Романовну грамотой. Это неправильно, это ошибка. За таких учеников. Спасибо. Здоровья вам! Спасибо. Завтра в школу с родителями. Оба. Мерзавец! Я из тебя сделаю отличника! Ты у меня лучшим учеником станешь! Ты у меня на весь район на свадьбе!
Рабочего труда! 8 марта! Улица мира! 7 ноября! Улица железнодорожников! Да почему железнодорожников-то? Да потому что мимо наших окон идут поезда с материалами для великих строек! А их ведут герои-железнодорожники, туда едят! Я из тебя отличника сделаю, оборму! Я из-за тебя больным! Слезай, подлец! Ведь последние деньги на него лоботряс, а? Сам слезай! Слазь! А ну, слазь! Хуже будет, я не знаю, что я с тобой сделаю!